Спорт – дело серьезное. Делится с нами юная баскетболистка Олеся Красева, которая активно занимается баскетболом на протяжении нескольких лет. Этот вид спорта помогает развивать не только физические навыки, но и интеллектуальные. Ведь на игровом поле необходимо всегда быть начеку, заранее продумывать каждый свой шаг и шаг соперника, чтобы победа была на твоей стороне. Несмотря на то, что девочке всего 12, она весьма перспективный игрок и обладает нужными качествами для баскетболиста. Все началось с того, честно, моя сестра, она занималась баскетболом. Постоянно, когда они играли, я приходила к ним на площадку, и это меня заинтересовало. Я начала играть у нашего тренера, и так все закрутилось. На региональном конкурсе баскетбольного мастерства присутствовали эксперты, которые присматривались к участницам, оценивали их спортивные навыки и степень обучаемости. Для того, чтобы определить лучших, юные баскетболистки должны были показать экспертам из Белорусской Федерации баскетбола свое мастерство во время эстафет и игр. Будет проходить осмотр конкурс детей Брестского региона. Приехали дети не только из Бреста, там Пинск, Береза, Брестский район. Вот, они пройдут определенные испытания. Это баскетбольная эстафета, турнир 3x3. И также для них будет организован мастер-класс. На данный момент нужно наших девчонок и мальчишек выдергивать с гаджетов, выдергивать, можно сказать, с улиц. Извлекать их спортом, тем более в баскетбол. Это самая лучшая игра с мячом, самая умная, которая дает толчок не только к занятиям спортом, а также к укреплению дружеских связей, к укреплению международных связей, познать, набрать друзей в разных странах, быть в коллективе, общаться, дружить. Это очень важно для их возраста. Для тех, кто прошел отбор, в Минске с 10 по 15 января 2020 года будет организован большой тренировочный лагерь. Все время нахождения в нем девушки будут участвовать в конкурсах, присутствовать на мастер-классах, проводить практические занятия и много тренироваться. Тот, кто пройдет этот этап, попадет в список потенциальных игроков молодежной сборной Республики Беларусь. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.